Salut les amis, c'est Duhazard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du Let's Play sur le jeu, sur le film interactif, le thriller interactif She Sees Red. Donc ici sur Xbox One. On revient donc sur la dernière scène où on était lors de la vidéo découverte. Donc ici on fera le deuxième choix. Et on verra donc si on peut continuer l'aventure, sinon ben, je pense qu'alors ce sera lors des choix précédents que j'aurais dû choisir une autre possibilité. Он не будет стрелять. Он выжидает. А вы к окну подойдите и проверьте. Он же не зря нас в этот офис завел. Ему нужно, чтобы я этот сейф открыл. Вот тогда он и явится. А что в сейфе? Дверь держи. А вы двое на подхвате. Будем ловить на живца. Вы же говорили, что его не знаете. Говорил. И лучше бы не знал. Здорово тогда он в Таиланде свою смерть инсценировал. То есть вы считаете, что все эти трупы только из-за денег? Нет, не только из-за денег. Еще из-за этого. Я видел у вас ожог. Да, я вчера... У моей дочки полспины обожжено. И все вот из-за этого наркомана. А ведь я этого упыря даже на работу устроил. А он, сука, потом какой-то гадости нажрался и тут на кухне моей Янке горячим маслом полспины обжег. Значит, вы давно поняли, что это он? Да понял. Просто не хотел, чтобы вы меня к этому делу подшили. Что это? То, из-за чего сегодня убивают. Там еще есть. Ah, donc on a choisi d'attaquer. Стоять!
все из-за какого-то тупого... Это был мой брат. Ваша мамка перепутала, кому яйца выдавать. Space, hein, quand même. Elle a un petit succès, elle se fâche. Ben, on a terminé. C'est pas très long, hein, comme jeu, comme film interactif, quand même. Erika était quand même un peu plus long, je crois que c'était 1h30, 2h. Ici, ben, même pas 1h, quoi. Donc bah, je vous propose qu'on... je vais pas vous dire qu'on arrête là. On va recommencer le jeu en faisant d'autres choix. Donc on va faire un nouveau jeu. Ça sera peut-être un peu plus long en faisant d'autres choix, mais bon... Je ne pense pas. À savoir que le jeu n'est pas très cher non plus. Je crois qu'il est à moins de 10 euros. Je ne saurais pas vous dire. Il me semble sur Android, il est à 4 euros, 3 euros et quelques. Un truc comme ça. Mais sur console, il me semble que ça doit être plus ou moins la même chose. C'est moins de 10 euros en tout cas. Bon, c'est vrai que c'est quand même pas très long. Hein. Mais bon, pour ceux qui aiment le genre, ça fait plaisir. Mais bon, je serais vous, j'attendrai qu'il soit proposé en promo. Parce que moins d'une heure pour une dizaine d'euros, ça fait quand même beaucoup.
On ne peut même pas sauter la scène en fait. Voilà, on va le laisser sur place pour le coup. On va choisir les autres choix. Телефон. Сигнал подтвердился. Вызывай криминалиста. Ваши коллеги тут всех клиентов распугают. Может, мы их через рабочий вход заведем? А что с камерами? Они у нас работают только на зал. Здесь глухая зона. Ой, какой же ты тяжелый, как мама прям. Отъелся. Помогите. Стоим. Без перчаток не советую. Ну и где мне их взять? Найдите пакеты. Пойдем в офис и там подождем ваших спецов. А то мы тут все затопчем, а вы потом на нас валите. Самооборона отпадает. Юрий Евгеньевич, а какие у вас взаимоотношения с Таиландом? Туристические. А если точнее? Вряд ли бы ваших людей убивали за украденное полотенце. А если точнее, то я уже 5 лет там не был. Если это действительно так, зачем вам оставили подобное послание? Вы это серьезно? Думаешь, если это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет? Только ту, после которой трупы остаются. Может, с такими намеками мне пора вызывать адвоката? Пока не стоит. Но вы можете настоять на его присутствии. Ситуация начинает проясняться. Подождите, не подскажете, где туалет? Ухо говорит. Где туалет, не подскажете? Туалет, смотри. Смотри, вон, видишь ворота за розовым бассейном?
Может, покажете? А? Может, покажете? Быстро, давай туда. Ему навстречу кто-то шел. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя охрана его без боя бы не пропустила. Сегодня часто бьется лампа. Где? В подсобке возле зала. Звонок о том, что в вашем клубе убили человека. Он стоял прямо за его спиной. Вас окружают дилетанты. Content. Vas-y, je suis sur le bonheur. Encore un petit succès, se cacher. Éteignez la lumière, se cacher.
Эй, друг! Не в службу, подай отвертку. Держи. Держишь? Угу. Спасибо. Где-то час назад. Да не, минут 30, не больше. Юрий Евгеньевич! Юрий Евгеньевич! Я что вспомнил? У него вот здесь на шее татуировка была. Какие-то иероглифы китайские. Юрий Евгеньевич, вы знаете кого-нибудь с такой татуировкой? Нет. А я думаю, есть что. Clair que d'attaquer au rouleau en peinture, ça pourrait le faire.
radical. C'est radical. Максим, он сам. Откуда знаю? Это у вас надо спросить. Должен тебя за это собакам скормит. Посмотри стариков. Но он же из-за любой мелочи. Как порох взрывается! Стой, сусор! Подожди, я знаю! Он ушел дальше по коридору. Другого варианта у него нет. Идемте. Я что, тут сам с собой разговариваю? Это частная территория, и тебя сюда пустили, чтобы ты нашла тех, кто режет моих парней. Поэтому давай пойдем, и ты будешь выполнять свою работу. Кто это? Вы знаете, эта девушка? Тамьяна? Что там? Краска засохла. Рабочие забыли, крышку закрыть. Куда вы? За дочерью. Alta la drogue. Éliminez la drogue.
Кто такой Максим? Тот, кто среди банок с краской лежит. Возвращаемся обратно. Оттуда у него только один проход. Через склад. На той фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Это кто? Моя дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шваль. Сходишь и проверишь скрыт. А вы обо всех его поклонниках сохраняете газеты? Je pense qu'à mon avis, on sera bon pour refaire le jeu une troisième fois. Enfin, le film une troisième fois. Ah, à moins que... Сегодня отец звонил. В следующий раз ты должен будешь взять с собой больше. Хорошо? Тут теперь Яна хозяйничает. Она уже несколько месяцев управляющая. Подскажите-ка мне номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Вот когда перезвонит, тогда и спросим у нее про эти газетенки. Юрий Евгеньевич. А вот теперь, мне кажется, вам стоит вызвать своего адвоката. Шеф. А где ружье? Все на пол! Дальше, а только... Он где-то здесь. Закройте шторы. Держи дверь. Можно подняться. Я думаю, нам надо. Вызывай армян. Сколько? Всех. Я этот клуб на доски разберу. Но найду этого ублюдка. А нам не нужны армяне. Далеко эта комната? Это хорошо, что ты еще здесь.
Юрий Евгеньевич, я думаю, вам не стоит принимать необдуманные решения. Кто-то хочет пострадать от рикошета. Можете идти. Вы все равно проиграли. Человек, которого вы не знаете, зато очень хорошо знает вашу дочь, гуляет по всем вашим лабиринтам, как будто у него есть карта. Юрий Евгеньевич, у вас тут так много комнат, а его заинтересовали только две. И именно в них установлены камеры. Вы там что-то спрятали, а он это что-то нашел. Я права? И пока вы пытаетесь нас тут запугать, ваш незнакомец уже выпотрошил вторую сумку и успел скрыться. Это фокус с отвлечением внимания. Волк бежал за зайцем, да тот его в капкан загнал. Пойдемте осмотрим вторую комнату. Наверняка он и там для вас что-то оставил. Юрий Евгеньевич, перед тем, как войти в эту комнату, хочу вас спросить еще раз. Вы ничего не хотите мне рассказать? Ваш выбор. Откройте. Открывайте. Уа-уа. Стрелка в ночном клубе «Рай». Есть раненые и убитые. В комнате со стульями, в вентиляционной шахте, вы найдете тайник с кокаином. Что дальше? Я просто хочу выспаться. Арест и самоубийство Свердлова Валерия Дмитриевича. А что здесь комментировать? Мы с ним были почти незнакомы. А когда он умер? 40 дней назад.
А, это про него писали, то, что он торговал наркотиками, да? Нет, он не торговал. Его использовали как курьера. Да какая разница? По-моему, все, кто занимается наркотиками, заслуживают такого финала. Вы так не считаете? Спасибо. Eh ben voilà. Voilà, voilà. Je pense qu'on aura eu la bonne fin cette fois-ci. On va regarder les succès qu'on a sur le jeu. Où est-ce qu'on voit encore ça? Tac, contact. Ah bah non, 540 points sur 1000. Donc j'ai que la moitié des succès. Donc il faudra encore refaire l'histoire une fois et faire d'autres choix pour avoir les autres succès. Voilà, voilà. Donc il y a peut-être une autre fin. Normalement oui, il y a trois ou cinq fins différentes. Donc on a eu la mauvaise fin dans la vidéo découverte où l'inspectrice se fait tuer. Ici on a une deuxième fin. Donc normalement il y en a peut-être encore, il y en a normalement encore une autre, je pense, c'est trois qu'il y a. Trois fins. Cinq, ça me paraît quand même beaucoup, mais il me semble que c'est trois fins. Faudra que je revérifie. C'est trois ou cinq de toute façon. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide à référencer la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu, de ce film, ce thriller interactif. Si vous l'avez fait, ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit message, je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao.